бою стали найтяжчими у танцювальній кар'єрі професійного бальника Володимира Кожевнікова. Чесно, я думав, що буде все намного легше, але коли я починаю танцювати хіп-хоп, я розумію, що у мене присутствує ця бальна моя осанка, мої натягнуті носочки, всі статичні рухи. От них дуже тяжело відбавитися. Він з ровною спиною танцює. Он перешагивает степовыми движениями, своими бальными, перешажными такими носочками. А нужно жестко сгорбиться и качать. И ты должен сделать это пам-пам-пум, пам-пам-пум, пам-пам-пум. Да. И ты все время ровно просто делаешь. Здесь в хип-хопе задействована совершенно другая, другие мышцы совершенно задействованы. И они ужасно у меня сегодня болят. Хам, 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 хам. И точно так же, и точно так же идем вперед. Хам, пам, пам, пам. Да? А у тебя идет твой шаг, да? Вверх, вниз, вверх, вниз. Вова боится потрапити в номинацию вдруге. Дан шанс, я за него зацепился. Я не собираюсь его упускать. Я буду давить полностью.